время Дуралисты приветствуют вас. Восточная Сибирь, город Нижнеудинск. Мы уже сходили в магазинчик. Вот кирпичный такой. Нужен был хлеб, у нас хлеб кончился. Мы берем только там, потому что вы, как я ем, ржаной подовый. Подовой. В Ленинграде говорили подовой, здесь подовый. Круглый хлеб. Только тут. Вот. Везде все написано. В масках заходить. Ну, смотрю, выходят без масок. Вот это я. Показала вот себя, вот уже не у нас. Где-то горят, тайга где-то горит. Дымом очень сильно пахнет, ветер сильный и несет. Смотрите, хочу показать вам, что... Дружок, подожди. Видите, вот это дым весь. Дым идет из-за гор, откуда-то. Вселенная, дай дождя. Пощади матушку природу. Пожалей животных, птиц. Они сейчас все... Птички сейчас все на гнездах сидят. Это так страшно. Пусть не сгорают. Выживают птицы, животные. Маленькие. Пусть у всех будет жизнь. Этот вирус хоть немножко отодвинул эти пожары. Иначе были бы еще с 1 числа. Фу! Пойдем, дружок. Фу, пыль такая. Какие же вот такие красивые штучки. Штучки. Цветочки. Вы смотрите, сколько пчел, зайчик. Ах ты, маленькие трудяшки, медоноски. Будьте здоровы, пойдем. Современный. Увидеть. Еще тут крылами махать. Еще и оскорблять. Ну все можно ожидать, поэтому лучше не как бы не поддаваться все. Дружок, идем. Вон она серенькая, это хочу показать. Стой. Да постой, не тяни ты, господи. У нас зацветает серенька. Красота необыкновенная. Вот бояра. Боярка отцвела, ранетка отцветает, и сирень ее заменяет. Очень красиво. И все друг друга, чтобы никак не кончалась красота. Ну, никак не кончалась в природе красота. Ну, никак не кончалась. Чтобы всегда она была. Красота, красота, красотища. Я не говорю о руках человеческих, о ничтожных созданиях. Вот урна. Чтобы было понятно. Пойдем. Дедушка Ленин. Приветствую вас. Владимир Ильич, Ульянов Ленин. Так что вот так, друзья. У нас, конечно, жара. Нет, там еще не было тени, не могу сказать. Какой щенок. Поразвели собак с этим карантином. Это трындец вообще какой-то. А бывший фонтан страшный, уродливый. Нет, чтобы восстановить. Нет, они помойку тут устроили. Позорище. Так что жара, конечно, у нас конкретная. Если бы ветра не было, вообще пекло. Заканчиваю свое видео. То Степка, мой знакомый мальчишка, идет. Снимать не буду детей. Всем до встречи. Чао, какао. Восточной Сибири ветер и жарко. Да поможет нам Вселенная, пусть будет дождь.